Всем привет! Вы на канале Марол. Сегодня я буду делать заколочку и резиночку в морском стиле с использованием вот такой вот подвески в стиле наивных украшений. Нам понадобится лента. Я взяла атласную голубого цвета на 2 сантиметра и бежевого цвета на 3 сантиметра. Здесь у нас 18 сантиметров длина. Значит, мы берем голубую, ставим сверху на бежевую. И сгибаем пополам. Теперь складываем так вместе пополам, и я прошиваю сразу вот здесь вот, где нужно. Один раз стежочек делаю, чтобы голубая лента, из-за того, что она уже не съехала, и уже дальше закреплю с двух сторон. Теперь загибаю с одной стороны сначала. И потом с другой. Здесь все поправляем, чтобы смотрелось все красиво. Затягиваем и делаем узел. Вот такой вот получается у нас. Так, теперь мы берем. Я взяла нитки мулине. Можно, конечно, использовать бечевку, но мне показалось, что это будет слишком грубо, потому что украшения мы делаем для девочки. И как-то я подумала, что это будет не очень. Я взяла мулине такого вот цвета. Теперь мы берем заколочку, либо резиночку, и прикрепляем наше изделие. Решаем, с какой стороны сделаем. С этой, либо с этой. Я думаю, вот с этой будет красивее. Можно заклеить просто на горячий клей, но это не очень надежно. Поэтому я, ну и заклею, конечно, тоже, но обмотаю мулине вместе с заколочкой. Для этого нам нужно что-то подставить туда, чтобы заколочка не закрывалась. Продеваем туда нитку. Также одеваем сразу украшение и несколько раз обматываем вместе с украшением, продевая через заколочку. Так будет надежнее. Когда несколько раз обмотали, отрезаем уже мулине и здесь делаем двойной узел. Отрезаем концы. Получается вот так вот. Здесь все поправляем, если вдруг ложится не так, как хотелось бы. И закрепляем еще на горячий клей с двух сторон, чтобы заколка держалась. Вот такая вот она получается. Вот я сделала также и на резиночке. Вот такие вот красивые
У нас получились аксессуары для волос. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите какой-нибудь комментарий. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего!